Итак, уважаемые, перед тем, как выступит следующий исполнитель, мне хотелось бы... Вот, да, у меня есть Протасовка, водка. Протасовка, действительно. Только что разливал сам юбиляр, и поэтому сейчас мы проведем аукцион. Аукцион на то, чтобы насладиться Протасовкой. Запечатано, видите, здесь даже залито все. Итак, первая сумма есть какая-то за то, чтобы Протасовку из рук Протасова получить, так сказать. Я понимаю. Так, 500? 500 рублей, раз. 500 рублей, нормально. То есть грамм 1 рубль стоит, да, получается, пол-литра же. Нормально. Крупных купюр. Ну, 500 уже неплохая купюра. У меня пока и 500 нет, да? 500 рублей, раз! За Протасовку! Кстати, нормально там сейчас, мужики. Вы хоть и крепкие, но нормально на вас. 500 рублей за Протасовку! Есть! Кто предлагает больше? Пока снимает телевидение. 5! За Протасовку? Что, я вам сразу отдаю? Спасибо большое, Олег Николаевич. Вот это, вот, как вас зовут? Игорян. Игорян. Дорогие друзья, давайте поаплодируем. Олегу Протасову достается эта купюрка. От Игоряна. Пока Протасов не видит, да, распрятал. Аплодисменты. И последний, больше нет. Все, остальное, он говорит, это мне домой. Кстати, Протасов у нас не пьет, вы знаете? Из мелкой посуды. Нет, не знаю, как сегодня. Вообще он в последнее время не пил это, я точно знаю. Итак, Протасовка, начальная. 500 раз. 500 рублей. Протасовка. Олег Николаевич, за 5000 купили первую, прошу вас. Да, вот Игорян купил, вот он купил. Причем сразу, да. 500 рублей вторая. От Протасовой. Можно, кстати, расписаться будет на ней или открыть им даже. А это вторая бутылочка. А 500 рублей раз. С Сургучом, да. Конечно. Это новая партия сейчас пошла, запустил я. Ой, Любаня. Все. Все, больше нет. Еще одна, по-моему. Две у меня, а у тебя если в загашнике я две разыграл, а тебе две бумажечки получил уже. Если только осталось, принесешь, если что, разыграем. А пока...